Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. На темой данного обзора будет люстра производителя Wunderlicht. Это припотолочная люстра. Предлагается она в одном таком исполнении на 6 плафонов. Плафоны из стекла, но с зеркальным покрытием. Диаметр плафона 12 см. Каркас люстры в цвете хром. Патроны здесь Е14 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно, я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. По размеру лампочки скажу просто, что подходит здесь только форма шар формата P45, это вот такая, так она выглядит. Включенная люстра выглядит вот так. Стекло такое, конечно же, препятствует свободному рассеиванию света, но все же какая-то часть его проходит. Ярким я его, конечно, назвать не могу, но свет этот все же есть. Это будет такой приятный мягкий свет. Если говорить о площади комнаты, для которой подойдет данная модель, то я бы рассматривал такую люстру для комнаты площадью порядка 12-15 квадратных метров. От потолка она отступает всего лишь на 17 сантиметров. Крепится люстра с помощью монтажной планки. Вот она. Размер этой крепежной части 13 сантиметров на 17. А на этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.